Сейчас дети находятся в специальных боксах для недоношенных младенцев и чувствуют себя хорошо. Врачи поддерживают комфортные для младенцев температуру и влажность воздуха. Как сообщает РИА Томск, это первый известный случай, когда родилась четверня, и все дети выжили. К такому даже в масштабах России событию томские специалисты подготовились серьезно. История перинатального центра – это, конечно, первый случай, когда мы провели родоразрешение четвернёй. Но это вообще как бы редко очень бывает, что четверня, если смотреть статистику. Поэтому для нас, конечно, это тоже случай уникальный, и мы очень рады, что все завершилось благополучно. Я думаю, до конца мая она точно будет у нас находиться, потому что этих детей надо дорастить. У них, кстати, очень такая хорошая дружная семья. Когда мы ее забирали, да, с ней приехал муж, затем была одна сестра, сейчас находится вторая сестра.